Вы только послушайте канон. «Имея путь, море и стези воды, умоли у Господа, еже нам море житейское приплыть без вреда, и стезю вод слезных достигнути Царствие Небесное». Вот кто это придумал? Такие добрые слова по поводу того, как святителя перевезли в город Бари, Италии, и какие вот красивые словосочетания, которые нам дают четкий месседж о том, что мы должны на слезах своих зайти в Царствие Божие. Как вы поняли, мы уже в городе Измаиле, у владыки Элипия, наместника древнего монастыря, которому очень много сотен лет, и служили сегодня всеночное бдение, молились этому великому святому с особым усердием, переживая то, что происходит сейчас у нас в стране, с какой мы находимся скорби, в каком уровне стресса, переживаний и непонимания, что нас ждет. И вот эти слова, они нас поддерживают, подкрепляют, дают нам силу, надежду, уверенность в том, что, полагаясь на промысел Божий, мы обязательно сможем попасть туда, куда нас Господь призывает, а именно в Царствие Божие. С наступающим всех праздником Святого Николая, который мы все любим. Напишите обязательно в комментариях, кто для вас Святой Николай, какие чудеса связаны с ним. И в конце хочу еще обязательно попросить вас поучаствовать в добрых делах. В честь праздника обращаются люди на операции. И почему два раза повторил? Потому что две операции. Уже надо вот помочь людям. И хотелось бы, чтобы завтра, когда я приеду, я смог в праздник Святого Николая обязательно людям в этом вопросе обязательно помочь. С вами был жизнерадостный дьяк с прекрасного города Измаила. И после прекрасной службы, после прекрасной молитвы. Всем мирной ночи и храни Господь.